Вы в самом начале потратили мутаген. Вы ходите глубже, чем по второму уровню. Вы не можете накопить монстра кубки. Тогда мы идем к вам, мы будем вас учить. Вы не смотрите видео. Вот, как правильно ходить в дрожжи земли. Ну-ка, все ищем на канале, быстро. Вот. Ты втираешь мне какую-то дичь. Привет всем. Вас приветствует канал Лига Мьюзик Марс. Всем привет. Вас приветствует канал Лига Мьюзик Марс. Ребята, хватит спорить. Сегодня день Хэллоуина. Давайте, когда будет Хэллоуин, тогда и будете. Все, давай, свалили все отсюда. Быстро. Сегодня, ребята, мы открываем подарки. Сегодня день Хэллоуина. Нечего смотреть, а то у нас споры все время какие-то. Что-то все время идет само по себе. Так, давайте, как небольшой аналитики. Вот, у нас тут, короче, 55 мелких подарков. 28 у нас средних подарков и 40 у нас больших подарков. То есть 10 вытащил, как стандартно, я за наши дублончики. А вот... оставшийся тридцатник я выкупил за звезды. То есть, ну давайте предположим, 10 соответственно подарков. Это у нас 5000 звезд. То есть, я потратил 15 тысяч. Ну, судя с моим беспонтовым соотношением звезд, короче, я все слил, в общем, на эти подарки. Посмотрим. Ну, хотя ребята уже говорили, что дроп не очень, но все равно. Давайте с того, что неинтересно для меня абсолютно, игры разума, это неинтересный приз, но все равно. Да, хоть бы не выпало мне с 50 подарков. Ну, хоть рингтоны есть. Кстати, не люблю замерять, как все остальные. Заходят и замеряют, сколько достало, короче, прошло с подарков и шау, и генетики. Неинтересно, если честно. Интересно вот звезды. У меня. Что там, кстати, у меня по звездам-то? Шестьсотник. 600, короче, звезд у меня. Вот это еще интересно. Если я сейчас более-менее звезд нормально вытащу, сейчас еще можно покупать. Все, короче, ждем, получается, у нас акцию на Хэллоуин. Все, конечно, понимают, что введут, наверное, Дракулу. Но для меня... эй, не то открыл. Ты, блин, игры разума вылетели. Мне интересно. Хоть бы какую-нибудь мумию ввели. Или какую-нибудь Вольфенштейна. Ликантропа какого-нибудь новенького. Вот очень охота какого-нибудь питомца нового, которого, по крайней мере, будут качать из акции в акцию. Хороший подарок. Так, посмотрим. Он... так, общая 300, я звезд вытащил, это уже хорошо. А подарки у нас подарочные. Ну и что, 50 подарков, да? Игры разума плюс один. Даже не плюс один, а нулевой, да, получается? Просто игры разума, даже не плюс один. Ну, конечно, скажем, на 30 уровне они зачем тебе нужны? Да просто ради статистики. Вот 50 подарков, да? Ну вот, сейчас, давай еще 2. И вот 40 подарков будет. Вот 40 подарков, игры разума, нулевой уровень. Ну, чё это? Я предполагаю, что сейчас Фрэнки такой же будет. Блин, я весь в этом. Сейчас ругаться буду, наверное. Ну, тихо, видео выключу потом. И как начал там материться. 310 звезд. Короче, ничего не дают вообще. Ну, не везет на этих подарках, конечно, вообще конкретно. Полное фуфло. Здесь, короче, игры разума вообще выпали, вообще плюс один. Не видеть бы их вообще. Ну вот, пошли по этим. Конечно, окислитель, модули совсем нету, потому что ни одного подарка не открыл вообще. Ой, блин. Квидов целую гору сейчас напачкает. Сейчас накидает, блин, по самую эту. Хотя и квидов тоже заметили, вообще мало дают. О, генератор. Ну хоть генератор есть. Давай теперь окислитель. Ну, давай. Еще один. Плюс один окислитель. О, звезды. Звезды хорошо. Ну.
Ну. Ну, щит давай хоть тогда. Давай. Давай щит. Ну что-то вообще как-то. Блин. Интересно, ребята, у вас тоже дроп такой же, а? Что, ну хоть 400 звезд, ну ладно. Что-то вообще не везет. Ой, блин. Какой-то ужас вообще, если честно. Но вообще никакого не тянет вообще, короче. На нормальный дроп это никак. Блин, выпадь. Один окислитель, один квантовый щит. Да? Все, вообще. Давай. Пошли, Фредди. Ну, давай. Фрэнки вообще хотел вытащить, конечно, плюс 2 или плюс 3. Лучше плюс 4. Давай, Фрэнки. Ну, 400 звезд и рингтоны. О, есть, плюс 10, отлично. Круто. Давай. О, еще 500 звезд. Ну, ну, давай, Фрэнки, давай, плюс 11. Ну, не, чё ж так, да блин, да ё-моё, да не нужны мне эти дзены с вашей генетикой. Ну, давай, вытаскивай, вытаскивай, давай, где мой Фрэнки? Ну, давай ещё 11-й, 11-й, давай, 11-й. Ну-ну-ну-ну-ну. На, давай. О, рингтонов классно. Как быстро тают подарки, эффекта нет. Ну, еще, давай. Вытягивай. Все, короче. Все, вообще ужас, вообще. Ну ладно, ну хоть плюс один еще. Ну, 11-й, нормально. Отец. Ну ты видел? Видел? 12-й. Нифига себе, вообще. Слов нет вообще никаких. Вообще классно. Вот фартануло. Давай, 13-й. Ну это вообще сейчас. Это, блин, чуть со стула не грохнулся. Это вообще прям. Ну и вот. Ну и вот и все. Так, а звезд у нас 2700. Ну, я думаю, наверное, оставить их, а то я сейчас приду, получается, на день зомбятника, и у меня звезд вообще в ноль будет. Все, я, скорее всего, тратиться на подарки здесь больше не буду. У Фрэнки плюс 12 уже более-менее адекватно. Что там у меня у него получается-то? Вот сюда давай. Ну, нормально так-то. Более-менее. Вон, у меня даже слот пустой появился у него. Ну-ка. Лаборатория. Наша лаборатория. Фрэнки. Впихнем давайте тебе что-нибудь. Типа вот такого вот. На, носи. С удовольствием. Я все равно считаю, один из лучших питомцев. Ну ладно, ребят, спасибо всем, кто смотрел. Посмотрели на дроп, наверное, вообще просто прелесть. Представьте, да, игры разума. 55 подарков, то есть игры разума плюс один. Да не плюс один, а вообще просто один. Даже, видите, на 14 дней. Ну, хотя, может, для 30 уровня. Ну, Фрэнки хотя бы плюс 3 получается к 40 подарков. То есть 15 тысяч звезд. То есть, ну, дроп, скажем так, не очень, ну, хотя бы на Фрэнке порадовал. Два раза хотя бы выпал. Ну ладно, все клево. Так, буду ускорять немного видео. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, будем делать новое видео. Скорее всего, следующее уже будет обзор по Хэллоуину. Будем выбирать персонаж. Кто ведущий будет, конечно, как обязательно. Счастливо.